ladies and the gentlemen, this is the moment you've all been waiting for. AJ Lee proud to present the main event of the evening. Five rounds in the ACA Heavyweight Championship of the World and Grand Prix Quarterfinal. Главный судья Магомед Магомедов. Судьи у клетки от Cage Side Your Judges. Артур Шайхов, Фарид Нагаев, Александр Помандопулос и Алексей Герасименко. Ваш судья хронометрист, your timekeeper Вадим Шишкин. И со звуком сирены рефери в октагоне. And when the siren sounds, your referee in charge Виктор Корнеев. Итак, дамы и господа на трибунах, миллионы фанатов ACA во всем мире, в прямом эфире с арены Баскетхолл на телеканале Матч ТВ, бой за титул чемпиона мира ACA! Ladies and gentlemen in attendance, and the millions of ACA fans around the world, live from Baskethall Arena on Match TV, the championship bound by ACA! Представляю вам соперников и первым претендента в синем углу клетки. Introducing to you first fighting out of the blue corner, the challenger. Бойцу 36 лет. Его рост 185 сантиметров, а вес 120 килограммов ровно. Профессиональный рекорд. 19 побед, 3 поражения и его стиль ударная техника. Ladies and gentlemen, he 36 years old, standing 185 centimeters tall, official weight 120 kilograms even. Professional record, 19 victories and 3 defeats. And he is striker. Дамы и господа, он бывший чемпион мира ACA в тяжелом весе. Ladies and gentlemen, he's the former ACA Heavyweight World Champion, представляющий Ростов-на-Дону, Россия, ведомый русской кувалдой Дмитрием Кудряшовым. Leading by Russian Hammer, Дмитрий Кудряшов, вот он, Евгений Гончаров! А вот и его соперник в красном углу клетки, обладатель чемпионского пояса. And his opponent across the cage, the champion fighting out of the red corner. Бойцу 29 лет. Его рост 198 сантиметров, а вес 120,35 килограмма. Его профессиональный рекорд – 12 побед при 2 поражениях и его стиль – ударная техника. Ladies and gentlemen, he's 29 years old, standing 198 centimeters tall, official weight 120.35 kilos. He's a striker with professional record, 12 victories and 2 defeats. Дамы и господа, действующий чемпион мира ACA в тяжелом весе. Ladies and gentlemen, he's the reigning and defending ACA Heavyweight Champion of the World из Красного Россия. Приветствуйте, Алихан Умар Бахаев! Бойцы на центр. Бойцы, работаем 5 раундов по 5 минут. Вы профессионалы, покажите красивый бой. Правила знаете, не нарушаем. Активно защищаемся на протяжении всего боя, слушаем моей команды. Если я говорю стоп, это стоп. Пожали руки, разошлись по углам. Начинается главное событие турнира ACA 154, тяжеловесовая категория. Евгений Гончаров в качестве претендента и экс-чемпиона, Алихан Вахаев, чемпион действующий. Первая защита. Антропометрическая разница на стороне Алихана Вахаева, безусловно. Готов боец? Готов боец? Первый раунд бой. Итак, смотрим. Сможет ли Евгений максимально быстро и правильно прорваться на среднюю и ближнюю дистанции? Откуда у него будут хорошие шансы и возможности для того, чтобы попасть по сопернику?
Да, потому что в противном случае вот эти джебы будут периодически приземляться на голову. И на скачке левый боковой неплохо. Умеет ронять Евгений этим ударом. Отличный взрыв в самом начале. Ну что ж, пытается форсировать события именно Гончаров. Да, хорошо подлетает. Пока отстреливается. И посмотрите, как ногой отбрасывает Алихан оппонента. Да, и будет постоянно вот так раздергивать, нагружать Алихана. Пока очень хорошую скорость демонстрирует Евгений Гончаров. Как в ударах, так и в перемещениях. Лоу-кик от Алихана Бахаева. Бахаеву, конечно, нужно выставлять просто этот джеб и только им пользоваться и обстукивать, так как когда-то Усик с Гасиевым работал. Вот как раз на пресс-конференции сравнил я эту встречу с боем Поветкина и Кличко. Это сравнение Евгению не понравилось. Он говорит, что здесь будет все по-другому. И действительно, пока Гончаров умудряется все-таки некоторые удары доносить до цели. Левый по корпусу, правый в голову. Как правило, именно эту комбинацию использует Гончаров. Чем ответит Алихан Бахаев? От него пока только лоу-кики и работа вот на дистанции. Да, пытается прошить, ну так по ребрам попасть хорошо. С фронт-кика здесь опять бьет по голове. Гончаров очень активен, очень много энергии сейчас тратит в первом раунде за первые 2 минуты. Да, дистанция длинная. 5 отрезков по 5 минут. Поддавливает Бахаев. Джеб, неплохо. Да, перекрываясь, Евгений подлетает на дистанцию и заряжает вот так. Но Бахаев как внимателен. Вот это спокойствие, оно мнимое или оно абсолютно тотально продуманное и уверен в себе настолько? И вновь хорошо встречает левой рукой. Салим Грим тоже очень уверенно себя вел. Алихан Бахаев никуда не торопясь и постепенно его разбирал. Вот, здорово. Теперь уже первое, пожалуй, серьезно акцентированное действие от Алихана Бахаева. И вообще, как опасно было. Щелкнул левым боковым Евгений Гончаров. Ну и пару раз крепко достал ногами оппонента, чемпион. Еще один удар по корпусу. Менее 2 минут до конца дебютного отрезка. Через корпус заходил Гончаров. Ну, в целом, Евгений согласен на более высокий темп поединка. Но при этом Алихан довольно легко левой рукой и нападает, и защищается. Еще один джеб. Хорошо, при попытке сближения сразу же встречает Алихан Бахаев своего оппонента. Да, по упреждению все более-менее. Здесь еще пара размашистых ударов. Один по воздуху, другой в защиту. Джеб. Все-таки какие же разные спортсмены. Фамилия одна Бахаев, а стилистика совершенно просто диаметрально противоположная. Если ты сравниваешь... Мухаммада и Алихана, конечно. Конечно. Просто можно сравнить, наверное, и Андрея Гончарова, и Евгения Гончарова. Пусть разные весовые категории, но оба уповают на ударную мощь. 100%. Вот здесь сходство есть. По корпусу еще один удар. Ну что ж, вот пока наблюдается чуть большее желание у Евгения Гончарова, но при этом определенный прагматизм присутствует в действиях Алихана Бахаева. Неужели какие-то проблемы с ногой? Да, как-то оступился у Евгения. Евгений. Здорово, вот здесь было попадание. Чуть медленнее переставлял ноги Алихан, но пока готов, пока в порядке. Интересный первый раунд, пока все. Не
Заканчивается перерыв. Максимально внимательно, как всегда, делает свою работу Виктор Корнеев. Так, второй раунд. За линию выше, за линию круга. Второй раунд, бой! Смотрим. Ну что ж, совершенно точно, по итогам первых 5 минут можно отметить хорошую работу ногами от чемпиона и, в принципе, высокий уровень активности от претендента. Много ударов боковых он выбросил, правых оверхендов. Да, с точностью были проблемы. Классическая схема, с левого бокового залетает и правым оверхендом навешивает еще Гончаров. Желая завершить этот поединок досрочно. Пока не получается. Там хорошо плечом перекрывается Алихан Вахаев. Но под конец предыдущего отрезка, кстати, было хорошее попадание. Аккуратно идет вперед Алихан Вахаев без ударов. Выигрывает пространство. И еще один такой фронт-кик, тип. Работаем, работаем. Ты же мой. Да, все в порядке. Продолжается работа. Остановки встречи не было. Качает Гончаров, вытягивает немножко на себя Вахаева. И вот сейчас, наверное, попробует с правым оверхендом залететь. Вот такая работа на ногах базового бойца рукопашного стиля. Боковой хороший. Ой-ой-ой. Попал здесь Алихан Вахаев. Идет вперед. Включился. Прижимается Евгений Гончаров к сопернику, пытается спастись и восстановиться. Вот что значит в тяжелом весе посадить с джеба. Элементарно, Ватсон. Давненько так тяжело не приходил Евгению Гончарову. Не останавливается Алихан Вахаев. Разворачивается, но не тут-то было. Разобрался в этой ситуации чемпион. И он понимает, что здесь, во втором раунде, можно все закончить. Еще один удар. Перекрывается пассивная оборона. Похоже на то. Неужели вымахался Алихан? Но снизил не, темп. Не спешит. Я думаю, что тоже экономит силы, понимая, что ни к чему активную, да, защиту просит Виктор Корнеев. Здесь нельзя вымахиваться, потому что впереди еще очень много времени. И нужно быть гораздо более рациональным в расходовании сил. Еще одна попытка выйти из этой борьбы. Вот Евгений Гончаров, он поднимается и забирает спину. Вот такой бросок делает. И сам наваливается сверху всем корпусом. Гард закрыт. Публика сходит с ума в баскетболе в Краснодаре. Почти все на ногах. Да, Гончаров действительно перерос самого себя в этом конкретном отдельном эпизоде. Ну и Вахаев до этого просто джеба заставил плюхнуться на пятую точку. Вот такой противоречивый раунд. И в ту, и в другую сторону качаются эти качели. Еще 2 минуты. Даже не пытается обходить защиту Евгений Гончаров. Работает отсюда, хватает ему 2 рычагов. Вот он, тот самый пояс, единственный. И последний на сегодня. Женя, Женя скандирует трибуны. Конечно же, колоссальная поддержка у Гончарова здесь. Напоминаю, что именно на этой арене он и стал чемпионом ЭСЕИ. И перестал им быть, проиграв Вахаеву, Бухумату. И вот сейчас он возвращается спустя 3 года. Вязко здесь все. Без тяжелых попаданий. Хорошо, кстати, защищается очень Алихан. Сразу же отключает правую руку Гончарова. И там все либо по касательной, либо вообще не попадает. Темп очень сильно упал. Но опять же, разве вся эта работа Евгения в партере может перекрыть то, что делал Алихан? Конечно же, нет. Другое дело, что всей этой работой, наверное, Евгений Гончаров отдаляет себя от оценки 10-8 в этом раунде. Это другое дело. Здорово. Камерфист. Здесь было плотно. Это и по реакции зала стало ясно. Да, конечно, интереснее этих парней смотреть в стойке.
Там гораздо больше драмы, напряженности и совершенно неясного развития событий. Вот в чем дело. Здесь как-то все более предсказуемо. Один подзавязал, другой побил, но без критического урона, скажем так. Да, вот критический урон был от Алихана после джеба. И на самом деле чуть было не выиграл он досрочно. Да, бурю тогда пережил Гончаров. И сейчас время перевести дух. Смотрите на статистику по ударам. 50-16 в пользу Евгения Гончарова. Контроль 146-30, но это не означает, что он выиграл второй раунд. За линию. Третий раунд. Бой. Смотрим. Все начинается, естественно, в стойке. Застоялись друг напротив друга. Цена ошибки здесь очень велика. Хороший локик. Да, и не в первый раз. Посмотри, там какой серьезный кровоподтек. Еще разок туда. Это очень-очень опасно может быть. Там такая большая область поражения вот этих локиков. Идет борьба. Евгений Гончаров взял замок. Капли пота летят, которые выбивают парни друг из друга на нас. Перевести не удается, и в итоге у нас застыли бойцы в стойке. Уже первое предупреждение от Виктора Корнеева было. Да, подгоняет немножко бойцов. Вот здесь нужно остановиться. Активности никакой. Опять стойка и опять новая страница. Фронт-кик. Да, скорости действительно падают, это понятно. Тяжеловато дышат бойцы. Евгений Гончаров очень заряжен на один единственный удар. Но ему все сложнее и сложнее сближаться. Хороший фронт-кик. Слева-справа, тут набросал. Алихан Вахаев полетел вперед. Гончаров. Жестко. И вновь чуть-чуть не хватило. Хорошую нокаутирующую мощь набрал Гончаров. Это та самая правильная метаморфоза. Наверное, одна из самых правильных в его карьере. Которая ведет его сейчас к потенциальному поясу. Хотя, возможно, он проигрывает 2-0 по раундам. Вполне. Тяжеловато дышит, еще раз отмечу, Алихан Вахаев. Бэквист по защите. Такой совсем уж очевидный, вот по корпусу было менее. Ай, наверняка многие из вас помнят, как заканчивался бой Евгения Гончарова и Мухаммада Вахаева. Там тоже функциональная составляющая сыграла очень важную роль, и силы закончились у Евгения. Да. Хорошее попадание от Гончарова. Чем ответит Алихан? Да, очень опасен, конечно, Алихан. Вот он такой спящий гигант, наверное, можно его так назвать, потому что он очень здорово может один раз попасть, и мы уже видели с вами, чем это закончилось. Но, с другой стороны, отсутствие, может быть, очень больших боев, отсутствие опыта таких боев. Вот сыграл небольшую шутку с Алиханом, когда он потратился, пытаясь добить Евгения во втором раунде. Я
Левый еще. И неплохой джеб был, но мимо. Почтальона пытался исполнить. Евгений Гончаров неудачно. Вот как раз показатели падающего функционала. Это гораздо меньшая работа Алихана ногами в этом отрезке. Бежит вперед Евгений Гончаров. Здорово. 1-1 здесь. Да, такая бодрая результативная ничья в эпизоде. А вот Алексей Яценко на студии отметил, что не верит он в раздельное решение в этом бою. Да, действительно, с арсеналом этих парней все было похоже изначально на досрочное завершение. Еще один джеб. От Евгения Гончарова. И получается, что вот в этом конкретном отрезке 20 секунд, до конца которого остается, чуть больше попал Гончаров. Здесь как опасно летел вперед Евгений. Там на правильно, вот на этот джеб пытался насадить. И едва-едва в челюсть там не прилетело. Очередной перерыв. И в этом поединке мы добрались до чемпионских раундов. Четвертый раунд. Раунд 4. Целится в ту же самую ногу Алихан Вахаев, дабы окончательно лишить передвижения такого проворного, но крупного тяжеловеса. Здесь зацепил вот второй атакой Андрей Евгений Гончаров. Вторая атака была гораздо более продуктивной. Теперь такой же хлесткий лоу-кик. Ну что ж, получается, что второе дыхание пока еще у Алихана не открылось. Вот эта рука постоянно правильно выставленная слева. И разница в росте не дает возможности попасть. А вот здесь. Хорошие ответные действия были от Алихана. И пошел в борьбу. А Гончаров здесь не получается. Разрыв дистанции. Ну что ж, бой у нас действительно идет на морально-волевых. Кажется со стороны, что функционально хуже дела обстоят у Алихана Вахаева. Но посмотрим, сколько еще бензина у Евгения. Очередная работа джебом. И здесь неплохо встречает Алихан. Первое удачное действие по-настоящему в этом отрезке. Давай, давай, давай.
Такая битва левых рук, да? Левый по корпусу от Гончарова и левый джеб от Алихана. Да, с них все начинается, собственно говоря. Вот здесь видно было попадание, опять же, капли потов вылетели в нашу сторону. Более и более энергосберегающий режим сейчас включается у парней, особенно у первого номера, у атакующего Евгения Гончарова. Частота уменьшается. Все больше распадается вот на такие мелкие-мелкие эпизоды. Хорошую двойку он пробил. И хорошо чувствует зал Гончарова, что вот сейчас нужно гнать его вперед. Необходимо немного форсировать события через руку. Все-таки частично донес этот удар до цели. Совсем не пользуется апперкотами Гончаров. Вот заточка была на буквально 2-3 комбинации. Еще с левой. Давайте посмотрим на статистику ударов. Она, конечно, совершенно впечатляющая. 90 на 31 в пользу Гончарова. Минута 20 от четвертого раунда еще остается. Это Вахаев как раз преуспел сейчас. И еще увереннее стало фехтовать этим джебом. Как раз то, что нужно было с самого-самого начала. Вот сейчас здорово помогает опыт Евгению. Опыт и пятираундовых боев, и, в принципе, опыт выступлений с такими бойцами, как тот же Мухаммад Вахаев на самом деле, несмотря на то, что он в первую очередь борец. Ну, там очень-очень тяжелые удары, там вложения сумасшедшие, как и здесь. Обманное движение. 30 секунд до конца. На скачке атака не проходит. И слева мимо, и справа по воздуху от Гончарова. Вот со стороны Гончарова понятны его претензии и желание на скачке попасть и вырубить. А складывается впечатление, что Алихан Вахаевич как будто защищает этот пояс. Просто не дает приблизиться, и все. Заключительный раунд. Round 5. The final round. И ваша поддержка, Краснодар! Заключительный пятый раунд, ребята. Отработайте его чисто. Подняли руки. Пятый раунд, бой! Попросил Виктор Корнеев отработать чисто этот пятый раунд. Ну и, в принципе, бой нельзя назвать грязным, это уж точно. Лоу-кик. Да, вновь начинается все точно так, как и было в предыдущие эпизоды. Целится, все в каких-то сантиметрах, там, близок к Жене, вот еще попадает. Больше и больше заплывает левый глаз. Да, есть там
контакт совершенно точно, может быть, на 100% акцент не проходит, а вот здесь тейкдаун на встречу мог бы получиться. Переместились бойцы к сетке и борьба. Сейчас застрянут наверняка возле сетки так парни, что придется их обратно возвращать на середину, как это было уже в предыдущем эпизоде. Активно подсказывает Мурат Бичор. Да, так, контроль считается, извини. Да-да-да, и Адлан Ибрагимов еще рядом особенно усердствует. Устали, устали бойцы, оно и понятно. Активнее бойцы, активнее работают. Коленями там для разнообразия, по-моему, работает Алихан Вахаев. А вот это хорошо, а? Может быть. Очень интересно, но устоял Гончаров. Неплохая защита от борьбы. Много где тренировался Евгений Гончаров, в том числе в свое время и в команду Федор Тим приезжал. Он там больше помогал. Там уже Валентину Молдавскому, например. Упирается головой Алихан Вахаев. Работает и руками, и ногами по бедрам. Чередует здесь удары в голову. С неудобной стороны бьет Гончаров. Так, просто по очереди кормят друг друга. Хорошо расставляется Гончаров. Удастся ли проход? Нет. Это уже мы с вами видели. Опять же, вот по такому течению раунда один единственный эпизод может все изменить. Все эти удары вот в борьбе, в такой борьбе, они имеют небольшое значение. И один силовой тейкдаун или одно чистое попадание может все перевернуть в плане победителя в раунде. Но складывается впечатление, что вот сейчас в этом отрезке, уже на фоне чудовищной усталости, мы все дальше и дальше от досрочного завершения. Превозмогая все, пытается работать Алихан Вахаев. Невероятно сложный бой для него. Очередная широкая защита от Гончарова. И мы не видим перевод, нет тейкдауна. Хотя по формальным признакам получается, Алихан этот раунд забирает. Не хватает активности Виктору Корнееву в очередной раз. Он сигнализирует о том, чтобы парни работали жестче. И вот колени полетели с большей частотой. Опять же, я думаю, что это до следующего предупреждения. Несколько попыток уже было за текущий период со стороны Алихана Вахаева. Вырваться рывком не получилось. Да, вот сейчас как раз Адлан Ибраимов намекал на перевод, и с рыком просто Гончаров защищается, потому что очень хороший захват у Вахаева. И только за счет своей физической силы, которая, кстати, осталась, он спасся. Ну что ж, просто получается сжег этот раунд Алихан Вахаев. Но что мы имеем? Если сейчас ничего не произойдет, то как минимум второй, пятый отрезок чемпион забирает. А что в остальных? Предположить действительно сложно. Но раздельное решение в пользу Олега Борисова наверняка тоже будет еще обсуждаться. Много. Ну что ж, все. Этот раунд закончен, этот бой закончен, этот турнир закончен, ну а мы должны узнать победителя. Дмитрий Кудряшов поднимает руку Евгению Гончарову.
благодарят друг друга бойцы, тренерский штаб. Смотрим повторы. Так, завершен. Эсей 154. Дамы и господа, слушаем. После завершения главного боя обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen, after the end of the main event, we go to the judges' scorecards. Четверо судей. 1, 2, 3 и 4 одинаково оценили поединок 48-47. Four judges, 1, 2, 3 and 4 are in agreement, scoring the same 48-47. И судья номер 5, 49-46. George 5, 49-46. Таким образом, единогласным решением судей одержал победу Евгений Гончаров выиграл в этом поединке, стал новым чемпионом. Давайте послушаем. Краснодар, дайте шума! Ты проделал огромную работу за буквально пару лет, трансформировался в невероятного спортсмена. Прости, мой дух не сломать, я буду только побеждать. Спасибо, дорогие друзья, за эту поддержку. Ты вернул себе звание чемпиона, подрался со всеми, выиграл всех. Какие ощущения? Я номер один, я чемпион. Спасибо Диме Кудряшову, моему тренеру. Это он мне дал то, что я сегодня здесь, поезд. Ашоту, Олегу, Серому, Мише Пичугину. Друзья, всем, всех не вспомню. Моей команде, народной команде «Рать». Всем спасибо, я чемпион, запомните это. Давай напоследок тогда, всех трех оппонентов, которые были в этом четырехугольнике, ты выиграл. Может быть, тогда Кирилл, который сегодня дебютировал на турнире, будет тебе интересен. Он создал хорошую конкуренцию с Алимгиреем. No problem. Главное, money. И все будет. Мы тебя поздравляем. Новый чемпион Евгений Гончаров.